Мы выбрали несколько технологий, пилотные города отобрали, где применили. Это некие установки, которые позволяют очень сильно снизить количество содержания железа, тем самым продлить жизненный цикл труб. Допустим, в Кызылорде мы установили на участке по 10 километров немецкая компания Merus. Содержание железа снизилось на 86%. Это очень много. Это, грубо говоря, если жизненный цикл новой трубы составляет 30 лет, а у нас, как правило, они погибают там, в течение 10 лет, да, то мы можем гарантировать, что вот эти 30 лет с этими установками они проработают, а может быть даже и 50. Да. И это огромная экономия. Эта экономия, она сказывается на инвестпотребности субъектов естественной монополии. Как вы знаете, инвестпотребность субъектов естественной монополии, она попадает в тариф. Да. Тем самым будет снижение, значит, на самих тарифов дополнительно.